Всем привет, с вами Майкл Найт. Сегодня мы продолжаем играть в игру GTA Криминальная Россия. И сегодня мы поедем в Арзамас. Извиняюсь за отсутствие видосов, хотя я, по идее, хотел снять криминалку в понедельник, но так и не получилось. Вот сегодня как-то выбрался, вот решился. Вот сегодня поедем в Арзамас, как обещал в прошлом выпуске. Вот. В общем, весь анонс, видео будет где-либо в группе ВК где-нибудь в понедельник, либо будет там, или будет уже позднее. Ну, сейчас мы поедем вот эту тачку взять. Вот сейчас, короче, где-нибудь в июне я планирую снять игру Евротрак-симулятор такой. Симулятор грузовика в июне месяце. Вот. Что-нибудь по ОМСе там поискать. Криминалку там снять. Ну, что-нибудь там поглядеть. Там поглядеть, посмотреть, что еще можно снять. Короче, топор возьмем. Пригодится. Так. В общем, короче, мы сейчас едем в Арзамас. Это гораздо дальше, чем Батарево. Но мы туда тоже, кстати, заедем. Вот там. Так, от нас чайка 13-я. Кстати, если поглядеть на тачку, она похожа как у... как волк, как у Николая Петровича из Ворониных. Вот, кстати, кто любит все. Вот, просто... что похоже. Эй, блин. Вот зараза. Ладно, короче, ладно. Надо мы что-нибудь. О, правильно. Тут люди какие-то буйные. Ну ладно, тачку мы уже расхреначили, так что... ничего делать не буду. Слишком долго. В общем, короче, поедем. Топором его пробью. О! Да, блин, еще мент пристал. Блин, а? Две звезды. Быстрее. О, все, сейчас перелетим. Так. Блин, это... опа! Все. Вообще охрененный полет.
всегда у нас, по крайней мере, спала. Окончательно мы выбрались из района Южного. Вот, где-то уже мы по пути падали. Вот, там, кстати, покажу вам еще сельское поселение, ну и поезда это. Кстати, правда, еще на Арзамасе можно добраться на поезде. Но это я вам покажу в дальнейших выпусках по криминальной России. Вот мы уже точно Кулубатый, потому что уже мост. И вот остановочка. Почти все, проехали. Все, наконец-то. И сразу же все, вся волка вся обдолбанная окончательно. Так, в общем, сейчас заедем в БАТ. Вот, что-нибудь поищем. Остановимся. Ну, не знаю, у нас уже тачка почти. Она у нас уже дымит. Если там его хотя бы топором ударить, она бабахнет это. Ну, взорвется точнее. Вон тут уже стекло разбито. Вон, трещина. Вон тут движок уже все. Там какая-то газетка что ли лежит. Вот, ну тут уже, ну, уже все похреночное полностью. Ладно, мы, в общем, короче, сейчас эту взорвем. О, ну все. И бэнч. Все. Короче, в общем, тачку взорвали. К сожалению, но ее добрые и недобрые люди. Интересно, может быть, нам эту, вот эту тачку гнать? Или не стоит? Клёво потушил. Ладно, короче, вот эту тачку возьмем. На ней прокатимся. В общем, короче, поедем вот это на пожарной лестнице. В общем, короче, мы уже, как я уже говорил, мы недалеко от Арзамаса. Вот. Боюсь, мне придется делать видос в двух частях. Может быть. Может быть, да, может быть, нет. Потому что действительно тут, ну, не знаю, там, знаю, съемка про Арзамас, это действительно, она довольно-таки объемная. И тут еще много чего, типа все вот эти, там, стадион стоит там, вот, и так далее. И, в общем, короче, уже въезжаем в Арзамас. Он здесь довольно-таки реалистичный.
Вот все. Вот написано город Арзамас, проспект Ленина. А, Ленина. Если я читал Ленина, оказалось, это Ленин. Ладно, поедем прямо вот это. Вот это самая прикольная фигня, это то, что тут половина дороги есть, половина дороги нет вот здесь. Вот. Все, поедем по траве. Пожарки. В принципе, кстати, как пожарка, она-то довольно-таки неплохая. Клево. Вот, кстати, вот магазин тут, магазинчики тут всякие. Тут перекрёсток. Кстати, тут один из самых реальных объектов, это вот. Это больница, которая на самом деле существует. В этом, в настоящем Арзамасе. А не в игре она. И тут существует, и там. Так что... Значит, сначала поедем туда. Так. Блин, уже испортил. В общем, короче, здесь у нас. Здесь у нас стадион. И милиция. Так, тут у нас милицейская будка, но мы туда заходить не будем. Там, ну, сами увидите, если что. Что же у нас тут еще? А, вот. Вот, кстати. Так. А, нет, показалось мне. Нет. В общем, короче, выходим из машины. Так. Тут у нас типа парк культуры, что ли, наподобие. Да, ну. А, площадь 1 мая. Политех. Фонтаны. Короче, вот она больница, сейчас я его вам покажу. Вот она. Больница имени Владимирского. Арзамасская городская больница имени Владимирского. В общем, короче, я вам там... Фотки я вам ее покажу. Тут, кажется, кого-то убили. Так, ЗИЛ 131, АЛ 30. Вот. Так, короче, сейчас разворачиваемся. Мне показалось, мы мента сбили, ну ладно. Так, это, в общем, со стороны стадиона. Вот, там дорога. Тут у нас памятник, кстати, тоже вполне настоящий. Тут у нас почта. Вот. Хотя нет, все-таки все убирается в один выпуск. Тут у нас гостиничный комплекс, ну, то есть гостиница, вот все это добро. Вот у нас весь Арзамас. Может быть, вероятно, не все показал, но показал самый, короче, что. И тут у нас типа дома, дачные домики. Ага, в общем, короче, я... Короче, в общем, я оттуда ехал. Так, это улица Севастопольская. А, да, так и есть, в общем. Сейчас мы возвращаемся в Южный, обратно. Вот. Время уже 19:32 уже, ну, пол восьмого. В общем, мы уже около выезда.
из Арзамаса. Да, так оно и есть. Дорога дольше, чем из этого, из Батарева. Это клёво было. В общем, мы выехали из Арзамаса. Уже поздно, вот уже 9 часов, где-нибудь там к 2-3 часам поедем в Южный. Опять слетели такое. Уже Батарева проехали. Точнее, его территорию проезжаем. Вот обратно ехать вот ночью гораздо неудобно, чем днем. Мы днем выехали. Вечером приехали. Точнее, выехали так. Главное не переворачиваться. Выехать отсюда. Все. Сити. В общем, сейчас будем проезжать эти там, поселения, вот эти сельские. Там у нас типа родина МТС была только что. Так, мы уже вот... В общем, короче, мы возвращаемся к Южному. Вот. У нас мосты, Анашан, поселки, точнее, село, точнее. Время уже 10:30. Так, вот у нас вон дороги другие. Они тоже куда-то ведут. Но мы не знаем, может быть, победим. Как-нибудь поедем туда. Опа. Это сейчас было клево. Вот на пожарной машине вот это вот. И через мост. Так, мы уже в Южном. Вот город Южный. В общем, едем домой. Уже разные магазины, вон там Южный, магазин Южный, Советская улица. В общем, мы уже подъезжаем к
к нашему дому. Вот уже идет здание. Трогобужская улица, вот все. В общем, короче, поехали. В общем, все, поехали домой. В общем, короче, сейчас. В общем, короче, заканчиваем. Вот, на крышу опять. Заканчиваем наш ролик. Ждите других. Вот, уже все. А с вами был Майкл Мэтт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.